Легковушка повалила светофор на пешехода. Женщина получила травмы и не смогла подняться. Авария произошла на перекрестке улиц Котина и Героев Танкограда. На этих кадрах уже последствия ДТП. Покосившийся светофор, его части на земле и пострадавшая женщина. На место сбежались неравнодушные. Они пытались помочь пострадавшей и вызвали скорую. Что произошло и как машина вылетела на тротуар, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. А на улице Бажова водитель на тонированной иномарке снес светофор и погиб на месте. 42-летний шофер за управлением Deo Nexia при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем BMW. Виновник аварии погиб на месте происшествия. А на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы столкнулись Deo Nexia и ВАЗ-13 модели. По словам очевидцев, один водитель не успел вовремя остановиться перед машинами, которые притормаживали на светофоре. А на Свердловском проспекте после аварии легковушку разорвало на части. Это жуткие последствия столкновения. Водитель выжил чудом.